«Самарушка» – новая песня в репертуаре Волжского народного хора. И визитная карточка, с которой коллектив отправится впервые за 20 лет в длительной гастроли по России. Хор выступит в 19 городах. Для артистки Ольги Александровской это первые гастроли в его составе. В хор она пришла полгода назад. До этого 10 лет выступала в другом известном самарском коллективе. Говорит, все артисты с нетерпением ожидают поездки. Очень волнительно, потому что гастроли действительно очень важные, потому что на наши концерты придут наши друзья, профессионалы из других государственных учреждений. Готовимся, оттачиваем свое мастерство. В гастрольный репертуар вошли лучшие номера хора. Это и русские народные, волжские авторские песни, и казачьи напевы и танцы. Прозвучат и песни о Великой Отечественной в преддверии 75-летия Победы. Эту, например, хор на публике исполнит впервые. А юным российским зрителям хор покажет спектакль «Царевна Лягушка». Мы едем именно прославлять, это мы говорим неоднократно, именно наш край. Потому что волжский хор понятие более широкое, но мы всегда говорим, что мы из Самары. Это надо знать, какой сибирский зритель, какой он въедливый, какой он тщательный, какой он к характеру. Относящийся очень, так сказать, со своим смелым взглядом. Все должно быть ярко. Вот такого он требует. Любимые появились из нового репертуара. Конечно, вот эта «Самарушка» мы поем с удовольствием все. Гастроли продлятся с 29 февраля по 13 марта. В завершении тура коллектив выступит в Москве на Всероссийском фестивале «Танцуй и пой. Моя Россия». Мария Илчан, Семен Безгинов, Василий Колдашов. События.